Никогда не делай это, если ты хочешь, чтобы с тобой рядом был настоящий сильный мужчина. Два пункта. Первый. Помогать ему финансово. Ты не даешь ему взаймы, когда он без работы не содержишь его. Он разберется сам. Помни, это взрослый мужчина. Второй. Решать его проблемы. Когда у него что-то не получается, ты никогда не говоришь готовое решение. Ты не бежишь спасать его, не звонишь своим знакомым, чтобы они это решали. Так ты сообщаешь ему, что ты не веришь в него. Что же теперь делать? Ты задаешь ему этот вопрос, чтобы он думал, ты не его мама. Пишите в комментариях, согласны вы с этим или нет. Ребята, вы понимаете, что с вами будет, если вы, не дай бог, с такой, прости господи, женой заболеете, да? Просто вот вы на ней женились и заболели. Она думает, что вы настоящий мужчина. Сам выкарабкивайся. Ты что, воду тебе принести попить, да? Ты что, мразина, охренел, что ли? Сам иди пей. Ты мужчина настоящий, давай, вперед. Где элементарная поддержка, просто какое-то взаимопонимание и взаимопомощь? Это элементарные вещи. Тут даже подтекст не то, чтобы финансовые основы. Вообще просто решай свои проблемы сам. А как они любят говорить, зачем мне мужчина, который не решает мои проблемы? В зеркалку даже говорить не буду, сами да.